Какой флешмоб устроит наши мобберы, это сюрприз. То есть мы не знаем, что они будут делать, они нам об этом не рассказали. Вот, поэтому ну, интересно, конечно. Что ровно через минуту в 14 городах мира начнется одновременный показ этого фильма. Главные герои, они на экране. Эти наши главные герои мобберы, они же сами себя снимали этими камерами. И не только этими, у нас иногда было под 40 камер вот, за съемочный день. Это было забавно и прикольно. Мы с удовольствием вспоминаем эти замечательные дни. А сейчас мы посмотрим фильм. Піднімаю цей келих за мобрів всього світу, а особливо за мобрів Києва. Радійте життю, ваше здоров'я. Кстати, между прочим, мы общались сегодня с Олей о подарке дружбы народов на тему. Давайте сделаем флешмоб реально в Украине. У нас есть друг в Криму. Помните, да? Костя. Да. Я хочу предупредить, это не хулиганы, это артисты, это мобберы. Оставьте их в покое, пожалуйста. Делают мобберы, мы не знали, честное слово, потому все свидетели, мы понятия не имели, что именно они делают. По-моему, это было прекрасно. Спасибо. Композитор фильма Чебурпанянский, пожалуйста. А теперь давайте посмотрим фильм, но кто его знает, что еще произойдет? А милиционер настоящий? Милиционер абсолютно настоящий. А что настоящий? C'est qui ça? Hey. Enchanté, ça joue bien. Mais oui, c'est lui, je connais. Oui. Regarde, vous savez qui. Oh, j'aime les mouches, la mouche.
самые главные сложности, они заключались именно в том, чтобы наладить контакт. То есть вот, они очень долго не выходили на общение, нам очень сложно было их с ними просто познакомиться. А потом вот в процессе общения мы просто прониклись друг к другу симпатией, доверием. Вот, и, собственно, вот то, что у нас и до сих пор очень хорошие отношения, мы общаемся, свидетельствует о том, что нам удалось подружиться. Именно, вот, может быть, это позволило нам рассказать о флешмобе. То есть мы как бы не внедрялись туда как агенты, мы сразу говорили ребятам, что мы снимаем кино, и они стали нашими соавторами. А были моменты столкновения, когда режиссер просил нас открыть больше, чем могли мы открыть. И здесь возникали, конечно, споры. Но мы всегда находили точки соприкосновения, когда мы могли что-то показать, но не все, чтобы самое главное оставить все-таки закрытым. Поэтому тут, конечно, были и споры, но все нормально. Вы знаете, дело в том, что вот их правила, их кодекс, отсутствие рекламы, отсутствие, они не дают интервью, действительно, вот, это было серьезным препятствием на пути к созданию фильма, но дело в том, что в тот момент, когда мы начали снимать кино, и ребята сами это почувствовали, собственно, это подтолкнуло их к нашему диалогу, к тому, чтобы рассказать о том, что такое настоящий флешмоб, потому что в этот момент проводилось какое-то огромное количество акций, которые назывались флешмобом, по сути своей флешмобом не являясь. То, что происходит на сегодняшний день во всех городах, особенно в Киеве, это то, что просто нельзя смотреть. Классное движение флешмоб, просто взяли и немножко исковеркали, чуть-чуть испоганили, и это уже акции, которые не являются флешмобом. Вот нашей главной идеей это было показать, что же такое настоящий классический и классный флешмоб. Створення нового українського кінопродукту постає питання пошуку нових форм, нових ідей, нових тем. Це має бути сучасна Україна, дотична до своїх, скажімо, європейських братів і не тільки. Навесні почали зйомки, фільм був завершений за рік. Це було 100% державне фінансування. Вартість цього фільму складала 1 200 000 гривень. Очень здорово себя чувствовать, когда делаешь фильм не о том, какие мы несчастные, ужасные, страшные, а какие мы замечательные, веселые, радостные, что мы в состоянии завести мир. Кино документальное, не обязательно это нудное кино. Кино документальное может быть зрительским. Мы хотели бы его сделать зрительским. И надеемся, мы этого добились. Вот. Обнимашки, можно вас? Обнимашки! Обнимашки!